Как обжаловать решение о призыве по частичной мобилизации? Подать жалобу по вопросам призыва по частичной мобилизации можно на портале госуслуг. Для этого авторизуйтесь на портале и выберите услугу «Обжалование решения в рамках частичной мобилизации». В открывшейся форме ознакомьтесь с основаниями для отсрочки и выберите то, которое соответствует вашему случаю. Укажите, за кого вы подаете заявление – за себя или за другого человека. Проверьте паспортные данные, адрес регистрации и контактные данные. Подтвердите их. Укажите, где сейчас находится мобилизованный и данные о его повестке. Загрузите фото или скан повестки. Заполните данные о военном билете. Выберите основание для отсрочки и прикрепите подтверждающие документы. Отправьте заявление на рассмотрение. Оно автоматически поступит в призывную комиссию вашего региона. Жалобу рассмотрят в кратчайшие сроки. Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были призваны.